Всем здравствуйте, доброе утро. Сейчас время 7:30. Я иду в школу. Уже сегодня 16 сентября, мы уже учимся. 16 дней, да? Короче, мы уже учимся. Вот. Первая смена, я учусь в первой смене, и сейчас иду автобуса там вон остановка. Сегодня буду влог снимать чисто для себя, типа. Не то, что в YouTube. Ой, не то, что все видели, а там я сделаю, чтобы закрытый был, короче, чтобы я сама могла смотреть. И сегодня Дильназ Битс Римс видео, наверное. Вот автобус приехал, кажется. Все, пока. Я в школе, а Мнокас в 5 утра встала, да? Сегодня один день из жизни будет. Ема! Короче, заходим в класс. Спасибо. Я спала только. Сколько ты спала? 5 часов. А я спала. Я самое главное выспалась сначала утром. Потом помылась, в лесу помылась, посистила. Начала кушать, меня сон начал кружить. Я такая... А я поспала. И, да. Я поспала 7,5 часов. Я чувствую себя бодрым. Если сравнивать. Кумаш, а будешь? Если сравнивать с другими днями вообще этих двух недель, я сейчас чувствую себя намного бодрее. Я вообще, типа, проспалась и, типа, выспалась, но я хочу дальше лечь. Но приходится вставать все равно. Может, мне тогда спать по 5 часов, чтобы спать-то? Нет, не надо. У тебя вон глаза какие-то не такие, складки, видишь? Так они же у меня всегда. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Ну, по сути, вот они. Амина, Дина, волосы, снижу. Собак поссал, да? У нас сейчас алгебра, алгебра. Мы отдельно сидим. Мы отдельно сидим. Мы отдельно сидим. Ну ладно, мы сделали асан. А сын Дильназ Бимберги, вот. Так что мы все равно молодцы. Будем начинать сейчас урок. А Пайка еще не пришла. О, сейчас мы будем сравнивать. Давай руку, давай руку. Давай руку. У меня же больше? Нет. У нас одинаковые. Вот. Ну что, я должна теперь руки, да, руки свои уменьшить? Да. Как? И что? Вот 100 секунд. 20 секунд. А, на 100. Анцалат Ислам, Рахман, Фариза, Махамедова, Ансар. Вот мой класс. Вот Амина. Вот здесь вот. Вот такие вот у меня вот друзьяшки. Еще вот это есть. И вот те вот. Такие вот у Амины друзья. Еще я есть. Там еще девочки есть. Да что, блядь, быстрее снимай. Информатика. Папа изжег, папа это сладрос. Я Пайк. Все, Пайкельда. Так, я бегу в Астану, чтобы пожрать, купить. Аржанга, Маган, Дильназга, короче. Бежим, бежим. Потому что сейчас у нас куркимин бег.
У нас вообще правильно? Короче, звонок еще не прозвенел, но я бегу почему-то. Меня не спалят? Я не знаю. Ой, блядь, что делать? Ура, сокол давай. Сокол. О, все. Бежим, бежим, бежим. Астанага бежим, бежим. Бежим, 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 астанага. Мы идем в Курки Мембектің классына. Қазанда тамақ ішеміз. Біз анда тамақ ішеміз, потому что біз қазір 4-ші сабақтан кейін барамыз астанаға. Медведики. Ага. Мне, короче, сказать. У Динаски голова болела. Типа, температура нормальная. И чё? Подожди. О! Самый лучший просто доктор на свете. Айтат. Айтат сушинде. Вас стимит вообще. Причем тут температура, если у тебя просто голова болит, а не тело, типа. Потом сестра сказала, у меня кожа болит, она такая, иди домой, там учись. Ужас! Короче, мы вот тут у нас Курки Мембек проходит. Вот тут. Тут. Мы там сидим. Сейчас вот поломается. К Курки Мембекте мы жрём постоянно. Факт номер один. Без Курки Мембекте жрём постоянно, и все. Конспект там 10 минут пишем, и все. Я? 5 минут как мало. 20 минут мы ржем, 5 минут жазамс и 15 минут жрем. Вот все. Русский мы что-то разделали? Солтур. Короче, вот. Мы сидели с Туркием, с утром, с Астанахи. Ой, моя поиграть. Оп, оп, а пайку спалить. Ой. А, давай. Вот так, не слушай. Чё, слушай, да? Я думаю, это... Табиғи жасанды. Табиғи бар, жасанды бар. Синтетикалықтан аралас бар, е? Одан кейін мысалы, сіздер айтып, крем кезеңде тарихи тақырыбында эссе жазбаймын. Жазып па? Қайда жазбаймын? Так, смотрю, бастан да бастан.
А пальчик слава, что должно им делать. И писать. Где? Вот это? Нет. Вот это. И что это? Потом есть. Сейчас телефон. О-о-о! Упадет. Мы падаем. Я встаю. Мы упали. Да, мы упали. Мы сторону упали. Каждый блок везде. Мы всегда будем жрать. Календарь топ. Я покупала духи от Назима. Хорошо. Мы еще подкушаем. Я тоже. Хотя у меня есть. Да, это за 500 рублей. Да, еще себе пойдем. Я взяла. Сколько можно жрать? Вот это вот лицо, 100 миллиард раз манипулирует меня. Да нет, да жрать, я опять делиться, я еще хочу жрать или нет? Походу мы те, кто живет ради того, чтобы жрать. Да? Деньги будут собирать 10 лет, потом пойдет 5 дешевле на воду в ресторан и потратить там все деньги, чтобы я хотела 10 лет. За один день потратим все, что копили за 10 лет, да? Да. Классно. Там рыба, блядь. Вот такой маленький кусочек будет стоить 100 миллиардов. Возьми на рыбу потратим, потом разделим на... Потом он вон жилга сахтаем. Нет, мы потом его поделим на половинки и будем есть понемногу. Я его еще на неделю вот так порежу по одному кусочку. И будет один день 100 тысяч тенге тратиться. Чего, я не буду эту рыбу покупать? Или мясо покупать? Я лучше бургер сделаю. Ты запомнил мои слова, да? Потом через 10 лет покупаем эту фигню, которая... Я хочу куплю бургер. А что? Никому. Этот крик, короче, когда тебе не получается, и на геометрии нахуя. Получается.
Удивляюсь, тупая. Что нас там для меня алгебру объяснить? Быстрее пиши, блядь. Душа возьму, я хай будет ругать. Блять. Чтоб они застряли. Ну, можно реализовать. Сколько захочу, у меня еще не счастье. Так у меня еще не счастье, у меня тоже до хера вылезет. Ну, то я тогда пойду купить. Если мне купят. Я не буду покупать, нет? Не я с тобой пойду, чтобы ты купила. Я пойду с тобой, чтобы ты купила. Окей? Ладно. Техника, да? Битва! Или в твою улетает, или в мою. Дай допишу, алгебру надо делать. Я ничего не вижу, если поехать. Ты мне говоришь? Ну, небольшой не будет, тихо. Бутылками шара. Где там поднимать место? Пока в виде был. Амина лох. Амина как раз говорит. Амина как раз говорит. Ты тут раз классно что-то объясняла, я взяла у тебя. Куда ты снимаешься, да? Чё? Она мои научиняла. И чё ты ничего не делаешь? Самое прекрасное лицо, видите? О, дошли, как ваши дела? У меня ой, на... ебать, смотри. Че мы делаем? Тут раз нормально объясняла, понимаете, я взяла вот тебя, короче, делала телефон, да, а ты там, как маленький ребенок, что-то объясняла нормально. Там все. Да? Ладно, я не... Да, это моя рука, это моя рука. Нет, это вот нос, видите? Джил, где же ты, корова? Сама замерзла? Проблема номер один. Короче, сейчас мы будем не писать третий параграф и будем делать алгебру, да? В смысле, блядь? Чё? Ничего, ладно. Вот так все сидят, я ни хера не вижу. Там Апайка не ляжет. Она насрать. О, я жрать хочу. Я хочу там жрать бутерброд наш и салаты тоже. А он их прекрасно слышит. И чё? Пусть знает, что я жрать хочу. Надо, когда кусаешься один раз, надо переживать 30 раз. Ты знала?
А мы, блядь, за раз, два и сразу вот так. Кусков, знаешь, максимум, блядь, как бы там опасненько. Глотаем сразу, быстро-быстро. Потом какал. Да? Нет. Я сказала нет. Тупая дура. Сучка. Ментальная связь. Ментальная связь. У нас есть два вида настроения. Ой, ой, что? Они тогда не говорят сука. А сучка больше подходит. Сучка это собака. Все. Собаки. Ну я по сути, да. Я. А ты сука, сука. Почему? Сучка. Я вообще не сказала сам, да. В смысле сказать, да? В смысле, только что это ты не писал, что ли? Да, вот это все весь пример, да? Да. Долбоёб, блюды нас. Дуранина. Ты нас, долбоёб, вы знали об этом? Я знала, что они на дурке. Я тоже знала. Ну, знала, что ли? Да. И чё? И чё ты лыбишься? Я положительный. Знаю, кому же ты на массиве сезонное лицо? Вы можете наблюдать две настроения нас. Иногда у тебя вообще без настроения нет уходи, блядь. Аня, Осана, ты мне жрёт целый день. И потом думай, чё, как надо с ней разговаривать. Это моё расслабленное лицо. Что с ней делать? Она, мама. Да, меня спасла. Это моё расслабленное лицо, но все думают, что я злая. Сука. И все думают, что я расстроена. Злая такая всё. Мультрит Павлова. Я не знала, что он казался. Через 10 лет мы так сидим, да? Как мы смотрим на Витя. И уже не знаю, то, что мы там живем. И в этот момент тоже жрем им пирожки дома. Значит, пусть так и будет. Мы уже сами приготовим дома пирожки. Главное, чтобы кухня... Главное, чтобы кухню не спали там. Барбара, я дальше подожду. У нас греются ноги. Где? Из-за того, что... Они тренер вот так вот делают. Палки. Ну, это пампера. Функции пампера. Надо это делать, потому что пресса. Но тебе не нужно пресса. Никто ничего не понимает. Ты просто физику не понимаешь, что у меня пятерки были. У меня тоже пятерки были, что? Да вообще кто? Ты же бы сама сделала и 25 баллов получила. Угу. Вот так вот, так вот. Надо на башка, знаешь, тут. Клиент такой, ладно, ладно, что дальше? Почему мы не можем сидеть нормально, как обычно, люди, как он все? Дебил, отвечай. Принесите мне бургер. А, блядь. Чего сосать? Знаете, я когда выкладываю видео там, типа, выкладываю как-то. Там сатина, она уже типа, хорошая, без мата, типа, обычная. А тут, короче, мата это типа. Из-за этого я его ставлю на закрытый, типа, чтобы я одна только могла видеть. Я тебя составляю материю. Сама по себе материю. Ты на меня материю. Она у тебя никогда в жизни не дружит. Сама ищет, сама соглашается с этим. А еще? Я еще думаю, что она не с нашего мира, откуда-то пришла, с другой планеты. А, правда, слышишь? Я тоже.
Для нас другой планеты, потому что так нельзя. Она другой человек какой-то не такой. Потому что. Не понимаю, о чем ты говоришь. Почему ты ее с другой планеты? Объясни. Она сама тут раз. Я вставлю Анну. Кусок, кто там, где напишет, что Анна вообще с другой планеты. То, что вообще люди тупые, оказывается. Она умная, оказывается. Я просто как дети катались. Она еще каждый раз убьет. Я лошадка. Почему? Потому что у меня есть две руки. Нас вообще там слышно? Слышно нам с носиком? Я особенно пенсию. Ну что, а тебя не слышно? Что мне сделать, если у меня такой голос? Потише. Я тоже не могу потише делать, потому что голос сам такой. Погиб. Я всегда права. Я права. Конечно. Что изменилось за год, за три месяца? Да? Ну сколько месяцев не учились? Ну, четыре, да, почти. Что изменилось, то изменилось. Мы отупили это первое. Сергей Кафетта. Инда, ты говори хоть что-нибудь, что я молчу. Я хочу в Дубай поехать. Ну, Инда, ты молчишь. Ты там же хочешь что-то говорить. Говори что. Меня зовут Ильнас. Меня зовут. Говори о себе. Факты, давай, факты. Она подруга. Подруга. Говори факты о себе, давай. Я молчу. Хуй. Факты о себе, блядь. Она матка. Во. А мы тут матери не Саня, мама, пофигись. Саня. Тупая. Я ступаю. Что ты упала с этим штуком? Давай. Я стараюсь. Хоми не отказывай. Опять персонаж был. Вот там блок персонаж. Бдет хазар, ёпта ваша мать. Ну, они звонили. О, короче, мы пришли. Орс кабинет, нет, Геннадзюки мы с первой, я не знаю, мы правильно пришли или неправильно пришли, потому что тут никого нет. Это вообще химия кабинета, и тут чем-то воняет, и я сейчас умру в обморок. Сознание потеряю, Геннадзюки возьмет мой телефон, все. Все, все, последний урок у нас. Вот наша пайка. Влог, он. Третья. Так, подожди. Альба, какой у тебя шкафчик номер? Как ты сделала? Мне силы так все. Сестрами. Сейчас сделаю. Тут у нас видео было же типа, а Пайка сказала, уходим, солнце в окно. Я стала, а ты так. Сколько солнца лет? Ой, так. Жит он не будет. Да, здорово, парикмахер. Ой,
Сейчас подожди, не двигайся, ну, все, пожалуйста. Все, все сделали. Все? Да, все. Покажи. Пока. Надо попрощаться, все, давай, пока. Пока. В смысле, это нормально надо сказать? Пока. Что-то сказать надо. До свидания. Встретимся где-то через 100 миллиардов лет, если мы выживем.